Тверской области завершились учения среди подразделений специального назначения, организованные региональным управлением ФСБ. В мероприятии приняли участие бойцы отрядов специального назначения областных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН. Учения проходили на протяжении 2 дней. Сотрудники отрабатывали беспарашютное десантирование с использованием специальных спусковых устройств и канатов с вертолета Ми-8. Результаты тренировки показали слаженность действий представителей различных силовых ведомств и высокий уровень профессиональной подготовки. Это неудивительно. За плечами спецназа многочисленные командировки в горячие точки на Северный Кавказ. Чтобы стать сотрудником спецназа, нужно пройти суровый отбор, отличную физическую подготовку. Разряды по спортивным единоборствам и другим видам спорта приветствуются. К тому же должна быть соответствующая психологическая подготовка. Ведь работа спецназа – это непосредственное соприкосновение с преступниками. И здесь необходима готовность к выполнению самых сложных задач.